Уборка столицы по-прежнему остается одним из приоритетов местных властей. Мэр Иван Чебан отмечает, что город изменился в лучшую сторону, но предстоит еще много работы. Он попросил коммунальщиков, отчитавшихся о проделанной за прошлую неделю работе, приложить максимум усилий, чтобы Кишинев стал красивым и зеленым. Сетамина причинен то фости эвакуатию с 16 курсе дигуной. О фости инсталате зечи грили в городе Каптаре апиплувиале до 26 нового куратите. О фости инсталате 50 дней индикаторы рутиери де сервити 17 букетти салбизати 6 новоспеси дельниатуаре. Ла салбизаре урашлы. О фости импликац. До 20 новоспеси ангажац. Инжур де 30 дней унитези транспорт земник. Сау салбиза до 23 хектаре. Са эвакуат гуной менеджер Шифрунзи пату защитинч паза шапты ди рути. Кренч усу доу заштыри ди рути 384 ди метри стери. Лем усу чен зашун ди метри куби. Сау ликидат пату зашуна ди гунойшти. Не авторизат. Ден ла антрепринде де гестионаре фонд локатив в медиу 410 персоане фост импликате. 20 de utilaje pentru evacuare deșeurilor care au fost adunate. Pentru săptămâna precedentă s-au evacuat 162 de rute de deșeuri. Continuăm săptămâna curentă, conform dispoziției. Жители города говорят, что заметили изменения. Eu trăiesc aici 30 de ani, pe stradă Cogălnceanu. Merg acum, merg aici pe stradă și prinesc plăcere. Pentru că mulțumesc domnul primar, a făcut schimbări aici la страда наша, любимая. Мне нравится. В последнее время что-то чище стало, чем раньше было. Я, честно говоря, очень доволен работой нашего мэра. Молодец. Вот это единственный человек, который болеет за город. Столичный примар объявил, что лично обойдет каждый район, чтобы убедиться, что работа идет. А горожан Иван Чебан призвал внести свой посильный вклад в тотальную уборку столицы. Или хотя бы поберечь то, что было сделано другими. И не в последнюю очередь не проходить мимо бардака и грязи. И если нужно, сообщить властям о непорядке. Fac o chemare către locuitori să se plimbe pe străzile orașului și să se bucure pe de-o parte de schimbarea care se face cu pași mici și la posibilitate să contribuie și să susțină. Ne este importantă părerea dumneavoastră. Și dacă observați că pe proiectele vechi, cele de anul trecut, în 2020, pe partea de salubrizare, lucrurile nu stau întocmai în sectorul, pe strada dumneavoastră sau în cartierul dumneavoastră, rog să ne raportați aceste lucruri. Grajanii тоже не против поучаствовать в уборке. De ce înainte era așa, sâmbătă, că trebuie să fac curat prin o greaz, măcar dacă nu pentru... Я на субботник выйду первая. Мы с мужем ездим на рыбалку. Я всегда беру два мешка, собираем весь мусор, а потом садимся. С удовольствием. И фасовать мусор в различные пакеты без проблем. Просто это надо желать, хотеть, и чтобы это исходило сверху от государства. Напомним, с начала марта столичная мэрия проводит кампанию «Генеральная весенняя уборка», которая продлится до конца апреля. Все работы ведутся согласованно по заранее составленному плану.